Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games. И у нас Prehistoric Kingdom. Собственно, за данной игрушечкой мы следили. Следим очень редко. Но пришло, наверное, время нагрянуть в нее опять. Или снова. Короче говоря, всем приятного просмотра. Помните, в прошлых сериях я вам говорил, что данная игрушка, она развивается потихонечку, да. Кто-то сравнивает ее с Jurassic World, кто-то говорит наоборот, это не та игрушка, наоборот, у нее потенциал больше, она разнообразнее, интереснее. Ну, короче говоря, я сейчас нахожу в публичном тесте. Собственно, публичный тест можно попробовать самому. Он абсолютно бесплатен. Если у вас есть Prehistoric Kingdom, заходите в свойства и публичный тест. Что у нас, собственно, есть в публичном тесте? Сейчас все расскажу по порядку. Кстати, сразу хочу огромное спасибо сказать, что я взял, да, некоторую информацию с группы ВКонтакте Prehistoric Kingdom. Ссылочка будет обязательно в описании. Там очень много инфы кидает автор группы ВКонтакте. Обязательно вступайте, я там, да. Собственно, это 8-е обновление. Ну, сейчас кто-то скажет, блин, да мы не знали даже, что и в первом обновлении было. А вот, короче, вот заходите в группу ВКонтакте, следите за игрой на нашем канале. Да, и все будет супер-тупер. В общем, давайте маленечко вкратце расскажу, кому интересно. Ну, собственно, самое главное, разработчики вроде поправляют оптимизацию, качество графики. Графики игры. Собственно, у нас даже теперь есть новый вид. Опять же, на публичных тестах. Я сейчас в них. Новый вид динозавра. Это велоцираптор. Сейчас давайте сразу к нему перейдем. Раскопки. Я его тут долго искал. Очень долго искал. Оказывается, вот он. Где-то здесь, по-моему, у нас в Монголии. Да, вот он. Велоцираптор. Посмотрите. Три также его разных скина, окраса. Его три вида. Я думаю, что сейчас в нашем парке SkyTop Games я его обязательно размещу. Я сделаю для него отдельную клетку. Помните, да, я размещал на стримах, делал один, ну, большие клетки. Короче говоря, стандарт для хищников, общак, так сказать, общежитие для хищников и для травоядных. Короче говоря, я сейчас буду выводить велоцираптора. Все три вида мы их рассмотрим и поселим в отдельную клетку. Также я почитал, что вроде как должен шантунгозавр выйти. Но я видел его на скринах, но я его здесь ни хрена не нашел. Короче, пишите мне в комментариях, буду рад почитать. Если где-то что-то я упустил, если где-то что-то вы больше меня знаете. Да, я за этой игрушкой стабильно не слежу, но отчасти она мне нравится. И в свободное время я захожу посмотреть, поиграть, почекать, что там вообще происходит. Собственно, да. Короче, так, у нас... Я изучил велоцираптора. Так, сейчас сразу отмечу, что еще произошло. Это все тестово. Так, раскопки — это не то. Все время забываю. По-моему, вот управление парком. И смотрите, здесь есть такая интересная фича. Нет, стойте. Опять же не здесь, наверное. Где-то здесь такая интересная менюшечка должна вылезти. По-моему, уведомление парк. Так. По исследованиям я ничего нового не увидел. Финансы — это не то. Блин, куда же я нажимал-то, блин, а? Меню управления, во, вот оно. Смотрите, короче, теперь намного удобней. Это знаете, как в Тропика, да? Кто играл в Тропика, объяснять не буду. Для тех, кто не играл, объясняю. Короче, вот сюда нажимаешь и здесь чекаешь. Вот наш парк, наша карта, да? Здесь различные наши здания, там кафешки, начиная, да, от магазинчиков, заканчивая кафе. Начиная от кафе, заканчивая клетками для наших динозавров, да. Короче, здесь у нас красота парка, грубо говоря, и доступность для гостей, то есть видимость, где что могут рассмотреть наши гости, где-то у нас какие-то клетки установлены, либо еще что-то. Если вот этим серым заполнено, здесь надо в клетках установить, ну не знаю, проложить какие-то дорожки, чтобы они ходили, людишки наши, да, посетители, либо поставить вот эти бинокли, да. Вот это очень интересно сделано, и потребности гостей, посмотрите, то есть зелененьким это все подсвечивается, то есть все прям топчик, good,
good, good, да. Все довольны, кафешечки, все работают, они покупают все, как всегда, гамбургеры. И смотрите, новая фишечка такая появилась, короче. Видите, да, у нас если конструкция какая-то ломается, это мне нравится, то что здесь не все вечно, это так не должно быть. Если где-то что-то сломалось, ты должен это починить, это само собой. Восстанавливаем структуру, и на это уходит некоторое время. Но я не знаю, я пока не заметил какую-то шкалу, чтобы она прибавлялась, но вроде бы денежки капают, идут на восстановление. Это прикольно. Тоже реализация классная. Это мне нравится. Также я заметил, что люди, вот эти вот, да, вот эти NPC, боты, я не знаю, да назови, короче, как хочешь. Они заходят в магазине, да, они реально стоят возле кассы, что-то покупают. Я не видел в прошлых, допустим, версии, да, которые сейчас также доступны, чтобы они заходили, стояли там, что-то, блин, покупали, как-то взаимодействовали. Вот. Так. Ладно, по порядку. Давайте, короче говоря... Так, вот, восстанавливаем структуру, то есть... А, вот, шкала, постепенно ползет. Но, опять же, это все тестово. Здесь могут быть также какие-то баги, либо недочеты. Я ругаться абсолютно вообще не буду на это. Вообще пофигу. Пускай медленно, но точно постепенно это идет. Так, сейчас, подождите. Смотровые площадки мне нужны... Мне нужны смотровые бинокли. Я сейчас могу их очень долго искать. А еще я читал в группе ВКонтакте Prehistoric Kingdom. Ссылочка в описании, обязательно подписывайся. Что, короче говоря, лучше не заходить на тестовую карту, если у вас уже создан парк на основной игре. Потому что он потом может, ну, типа, либо крашнуться, пропасть. Да, вот. Но я рискнул. Я рискнул ради вас. Ради вас посмотреть. Прям в нашем родном парке. Блин, я что-то позабыл. Где это находится, фигня? Так, префабы. Это у нас не то. Кстати, да, появились... Также новые кормушечки, водные, кормушки, ухода за животными. Давайте посмотрим. Во, посмотрите. Смотрите, круглые блюда. Офигеть. Блин, классно, маленькие и большие. Ну-ка, давайте поставим, будут ли животные оттуда пить? Подождите, стойте. А что? Что? Целофизис попал... к травоядным. А, ну кто смотрел наши стримы, кто присутствовал на них, целлофизисы, такие существа, которые постоянно сбегают с наших клеток. Но вот что бы ты ни делал, они один хрен убегут отсюда. Блин, прикольно, новая, смотрите, да, питьевая такая кормушка. Так, это... Так, это мы поставили мало... А, большое блюдо питьевое. Это малое блюдо. Ну, давайте малое блюдо поставим... Стойте, Не, я хочу посмотреть. Я хочу реально это посмотреть. Смотрите. Шеледозавр идет. Чувак. И? Да ладно, серьезно? Я думал, он пойдет пить из кормушки. Так, далее. Что я хочу еще сказать? О, точно! Смотрите, офигенно это работает. Протоцератопс подошел к воде, к кормушке и попил из нее. Смотрите, он пьет воду. Так, искусственный интеллект. Я не заметил, чтобы он как-то изменился. Ну, вернее, он изменился. То есть вот эти разные движения. Посмотрите. А если присматриваться к каждому динозавру очень долго, они реально, они как-то... Ну, не просто ходит из стороны в сторону, да, он пошел вот так вот прямо, потом развернулся на 360, пошел назад. То есть они то упадут на землю, то почешутся, то начнут просто как-то, я не знаю, какие-то звуки издавать. Блин, ну это круто сделано. А в общем, да, взаимодействие друг с другом я пока особо не заметил. Но различные стада одинакового вида, они вроде перемещаются друг за другом. Ну, в принципе, можете посмотреть, да, трицератопсы. Небольшое семейство, они не в разброс ходят как-то. Я боюсь представить, что у нас творится в клетках.
с хищниками. С хищниками. Тарбозавры. Тарбозавры, акрокантозавры, ФПС. ФПС опять у меня умирает маленечко. Ну, с одной стороны, мне пока нравится то, что никто ни с кем не файтится, потому что это будет трэш в моем парке. Хотя Рекс, кажется, что-то задумал. Так, и смотрите. Новая фишка, вообще бомба. Короче, ты когда нажимаешь на любой вид динозавра, да, в твоем парке, у тебя кинематографическая камера сразу включается. Это классно. Это, представьте, какие фильмы можно просто снимать, ну, я не знаю. Какие ролики. А вот, ну, далее, что мы делаем? ПКМ, либо Escape, и мы можем, то есть, смотреть за этим видом. Вот, полностью измененная менюшечка, классно выглядит. И здесь, как по мне, более подробнее и не так разбросано показывается, блин, меню динозавра. То есть все его потребности, какие биомы ему подходят, какие нет. Собственно, это классно. И рейтинг его. И, кстати, мы его можем продавать. Прикиньте, давайте и продадим одну из сделок. Так. Во, вот это классно сделано. Блин, я отвечаю, это самое топовое, это продать. А, ну то есть вот так мы нажали продать, мы получили деньги, и мы избавились от динозавра. Я бы избавился от салафизисов, ну а почему бы нет? Они постоянно, они не хотят сидеть в наших клетках. Короче говоря, наверное, я, может быть, где-то что-то упустил. Вот еще новая функция пополнения еды. Смотрите, а насколько она пополняется, так благополучие. Было бы прикольно, если бы здесь был так бы был бы размер написан. Тут как будто до бесконечности ты нажимаешь, пополняешь ее, как-то непонятно. Так, восстановим все наши... так, стопы. Стопы восстановить. Эти, я имел в виду вот эти, простите, вентиляторы, да, как они, ветряные турбины восстановим, а то у нас с электричеством будет беда. Хотя вроде я смотрел, с электричеством у нас все нормально, так, восстановить структуру, ну, вроде оно должно пойти. Так, клетку для велоцирапторов. Собственно, давайте, короче, сейчас я наполню все кормушки, чистые кормушки сделаем. Почистим кормушки, там было написано. Прикольно. Так, восстановить. А, чистить вольер, наверное. Ну, непонятно как-то. Ладно, подождите. А что такое Б? А, Б. Этот... А, я понял. Это, короче, качество. Качество А и Б. То есть А это супер, Б это среднее, С, наверное, это самое дно, низ. Так, блин, и вот я заметил, что да, более лучшее. А, нет, стойте, шантунгозавр. Я сказал в начале ролика, да? Нет, это новые скины Дейнмонтозавра, наверное, скорее всего. Я попутал маленько, не надо меня ругать. И смотрите, что мне еще нравится. Правдивая оценка управления парком. То есть все наши реальные звезды, которые должны быть, я так понимаю. Так. Так. Целофизис. Продадим всех этих целофизисов, я продам. Потому что если начнется взаимодействие... с людьми, они сожрут всех в парке. Так. Так. Ну. Поехали. Лаборатория генетики. Велоцирапторы. Самочка. Ну, создадим самку. Давайте две. Вид Dust Devil. Посмотрите, какое оперение. Просто посмотрите, какая красота. Растительные биоды у нас. Биомы кустарники, пустыня. А минимальный размер 322 квадратных метра. Это очень мало. Маленькая клетка. Так, малая клетка пойдет им. Самка. Самка. Они различаются. Самец или самка. Так, подвиды. По-моему, вообще абсолютно нет. Только если скины. Скины, да. Скинами они различаются.
самка. Самка этого подвида. Ну и, наверное, самца. Пару самцов. Давайте еще двух самочек. Оазис. Отлично. То есть у нас получается... Блин, у нас охрененно огромное семейство велоцирапторов будет. Это круто, как по мне. Так, и мы, наверное, их разместим. Мы их, наверное, разместим. А давайте вот здесь. Вот здесь, да. Так, загоны. Что у нас по загонам? Так, новые заборы. А, вот, что, надо новые биомы изучать. Ладно, это пофигу, это в следующий раз. Будем делать из того, что у нас имеется. Металлический забор 4 метра. Велоцирапторы достаточно маленькие. Вы видели, да, по пояс человеку. Так, ну, наверное, вот так, что ли. Я думаю... Так. Тут у нас болотный биом. Болотный биом. У нас здесь были акрочи, по-моему, да? А, нет, дейнохейрусы у нас здесь были, извиняюсь. А, нет, дейнохейрусы вон там, извиняюсь, в очередной раз здесь были... Здесь были акрочи, блин, да. Так, сейчас, короче говоря, делаем... маленькое, наверное, блюдо для воды. Вот такое маленькое. Пару блюдец. Термиты у нас здесь есть, чтобы кушали. Чтобы кушали помет наших животных. Гнездо навозные жуки. Да, термиты, термитник. Простите, термитник. Они будут выскрябывать оттуда разных этих. Жучков, паучков. Так, кровавая тыква. Я, наверное, думаю, им нужна по-любому. Кормушка. Пару кровавых тыкв. Я не знаю, что они будут есть. А, так, ну и, наверное, вот такой плоский питатель для еды. Но здесь, наверное, надо разместить явно не... Простите, растительность. Здесь нужно мясо. Вот так. Все, все. А, так, включаем свет. Что у нас по... Так, слоты разведения. У нас все готовы. 8 велоцирапторов, и всех их выпускаем. Добро пожаловать в парк SkyTop Games. Блин, бомба. Давайте понаблюдаем немножечко просто. Так, мне не нравится то, что камера проваливается под воду. Однозначно. А можно это как-то перевернуть или еще что-то? Блин, когда начнется взаимодействие друг с другом и животинки, это будет явно бомба. Оу, нифига себе, у нас там... Смотрите, короче, не понял. Я не понял что-то. А как он прошел сквозь клетку? Стоять. Ну-ка, стоять, вернись. У них... Чего? Как они прошли сквозь клетку, пацаны? Вы что, смеетесь? Ну-ка назад. Ну-ка нахрен. Все назад. Бетонный забор я для вас поставлю. Целофизисы. Продадим пацанов. Они нам больше не нужны. Они все равно постоянно убегают. Но теперь я смотрю, проблема появилась с велоцирапторами. Проблема появилась с велоцирапторами. Блин. Я не могу. Я не могу просто. Так, что у них по биомам? Давайте посмотрим. Им не нужен тропический. Ну да, лесной и пустынный. Ландшафтное меню. Вот здесь сразу идет офигенная подсказочка. Вроде бы. Так. Лесной. Кустарник. Пустыня. Тропический, не понял. А где кустарник? Нет, а где нужный лесной? О, тропический, а пустынный. Ай, как он меня мучает, этот челик. Растительность. А, во, стопы, прибрежный. Нет, это не то. Лесной. Я его здесь в упор не вижу.
Биом прибрежный. Лесной, да так, наверное, вот этот. Ну-ка, заполним. Оу, щет. Короче, мне нужна будет ваша подсказка. Если что, под видео. Так, явно не тот биом. Так, я не пойму, в чем при удалении дерева. Так, удалим, короче, все вот отсюда. Вот это нам не нужно. А, ну не, ну биомы-то тут у нас какие-то, по-моему, есть. Вот так. Полностью удаляем отсюда. Из этой клетки. Вот так. Я немножко не допру. Так. Как было лучше, мне кажется, ладно. Растительность, rain. Может, здесь не просто неправильно как-то. Вот пустыня. Здесь, мне кажется. Вот пустыня. Ну, я понял. Это я сам затупил. Лесной биом. Давайте побольше, понасыщеннее сделаем. Так, ну и дальше у нас лесной идет. То есть, ну здесь немножко не так отображается. То есть, я понимаю. Кустарник, нет. Водные. Ладно, короче, пофигу. Но его здесь нету. Здесь нету лесного биома. Здесь его нету, явно. Здесь явно нет. Ну, короче, вот как-то так, я думаю. Обновление, конечно, если оно грядет, это прям вообще топчик. Топчик, топчик, топчик будет. Но, блин, тут еще надо вам самим рассматривать все. Так, проход у нас... Гостевое видение. Низкое. Так, ну здесь они вроде бы... Вроде бы они видят это все прекрасно. Они не подходят, кстати, смотреть, я заметил, люди. Ну вот, короче, как-то так. У нас теперь есть и велоцирапторы. Которые, я надеюсь, не будут сами по себе тропическая тема. Давайте изучим ее. Так, а сколько она стоит? 600 тысяч долларов. А, мне не хватает денег, я понял. Энергия. Улучшить геотермальные... Ага. Короче, вот такое вот грядет обновление. Говорят, в конце этого месяца. А далее еще 9-10 обновление, а там куча всего интересного. Да, не забудьте подписаться на группу ВКонтакте, которую я оставлю в описании. Там много интересных плюшек. Можете сами почитать, поизучать. В общем, кому интересно... Да. Ну и, собственно, не забывайте прожимать пальчик вверх, подписываться на канал. Короче, да. Всем до новых встреч. А вот сейчас я заметил, что... Ну-ка, стойте, стойте. Оно один раз, что ли, срабатывает? Да не должно. Не должно. Я знаю, что есть вот такая функция. Я думал, поначалу я нажимал на один вид динозавра. И камера постоянно показывала вид, на который я нажал. А теперь не срабатывает. И нажал сам на кинематографическую камеру. Да. Странно. Окей. Ладно, в общем, короче, всем, кому понравилось, палец вверх, подписка на канал. Кому не понравилось, все равно подписка на канал, колокольчик, все дела, комментарий. А в общем, до новых встреч. Я думаю, что мы стриманем эту игрушку скоро снова. Снова, надеюсь, мой парк Skytop Games. Skytop Games, сохранить. Ай-яй-яй, наверное, это он. Не пропадет. Все, до новых встреч. Пока.